Сотрудники магазина пытались сами задержать грабителей, но, опасаясь выстрелов, были вынуждены отступить. Нападавшие скрылись. Прибывшие на место происшествия сотрудники полиции смогли установить личности злоумышленников. Ими оказались двое ранее судимых волгоградцев в возрасте 18 и 20 лет. Один из них полгода назад освободился из мест лишения свободы, где отбывал наказание за разбойное нападение. Со слов задержанных, похищенный товар они продали неизвестным, а деньги потратили на собственные нужды. При обыске задержанных сотрудники полиции изъяли у одного из них пистолет. Однако оружие оказалось игрушечным. Кто предложил взять пистолет с собой? Общий был сговор. У кого был пистолет дома? Ну, это детский пистолет. В настоящее время в отношении подозреваемых возбуждено уголовное дело по статье «Разбой». Им грозит до 10 лет лишения свободы. 18-летнему подозреваемому избрана мера пресечения подписка о невыезде. Его подельник находится под стражей. Сейчас полицейские устанавливают причастность задержанных к совершению аналогичных преступлений. Ксения Колоскова при поддержке Главного управления МВД России по Волгоградской области.